в Красноярске презентовали книгу о хоккейном клубе «Енисей», и в ней содержатся воспоминания ветеранов, известных тренеров, спортсменов. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, президент Российской международной федерации хоккея с мячом Борис Крынник, ну и депутат Государственной думы России Николай Валуев. Первый экземпляр вручили главе региона. Все присутствующие, включая игроков «Енисея», получили копии новой книги о прошлом, настоящем и будущем легендарного хоккейного клуба, трехкратного чемпиона России, четырехкратного обладателя Кубка мира. История спорта – это всегда история страны, потому что именно в спорте лучше всего, сильнее всего проявляются настроения общества, задачи общества. И если мы вот так вспомним, как это было в нашем регионе, большой России, то увидим, что вот эти исторические этапы, они очень ярко и точно отражаются в истории спорта.